Ну вот, обед уже время. Очередная прогулка по двору. Я вам расскажу одну хорошую сегодня историю, которая произошла в городе Текирдаге. Это Турция здесь. Ребенку исполнилось 4 года. Родители, не хотевшие нарушать карантин, попросили фонды помощи торт для своего ребенка 4-летнего. И что вы думаете? Полиция привезла ребенку на 4-летие торт домой прямо. Вот, чтобы обрадовать ребенка. Видите как? Вот так вот. Это очень хорошо. Я всегда говорю, что добрые дела спасут. Все спасет. И жизнь будет продолжаться. Я вам рассказывал, как 10 гектаров земли в Алании полицейские и жандармы помогли спахать старику. Так же и мы. Только добрыми делами. Доброта спасет мир. Все будет хорошо. Вот. Видите, я стараюсь, чтобы вам показывать все это. Вы, наверное, думаете, а зачем он это все показывает? Чтобы вам было хорошо в душе, видя на мои цветы, на мои деревья, на этих пчелок. Видите, вот они мед собирают, вот они летят. Одна даже укусила меня вчера. Вот. Чтобы вам хорошо было, чтобы ни о чем не переживали. Все будет нормально. Смотрите на этот цветочек у меня. Везде цветы, видите, везде цветы. Я всегда старался, где бы я ни жил, там сажать цветы. В Сочи так же, в Подмосковье так же, в Томске так же. Вот. Мои места проживания можно отследить по моим делам. А это обязательно благоустройство там, где я живу. Не только в доме внутри, но и вокруг. Старался все делать красиво, чтобы людям было хорошо. Вот. Многим это нравилось, а многие считали это, что зачем, для чего. Вот. Бывало даже, что и пока к утру встаю утром, а все цветы вырванные лежат. Это было в Подмосковье, это было в Сочи. Но я не ленился, заново их сажал. Вот. Даже подходили ко мне и говорили, зачем я это делаю, для чего это я делаю, почему я это делаю. Я говорил, отвечал спокойно, я говорю, просто я хочу, чтобы вокруг было хорошо. И опять же вопрос, зачем? Вот. Понимаете, я вот этим людям тоже хочу сейчас обратиться. А зачем таким быть злыми? Обычно злые люди очень слабые. А добрые люди всегда сильные. Всегда добрый человек всегда и смерть примет с улыбкой, и все тяжести жизни с улыбкой примет, и врага встретит, как положено. А злой затарится нафиг за юбку жени или где-нибудь еще. Вот, вот зло это и есть понт. А добро, доброта, которая искренняя, это и есть сила, мощь. Вот. Всегда будьте добрыми, и тогда будьте сильными. Все будет хорошо. Вот на пчелок смотрите. О, летят, мед собирают. О, вот трудяги. О. Видите как? Красота! Жизнь продолжается, ребята. Я увеличу, как они собирают мед. Я всегда за ними слежу, как они едят, как они собирают мед. Вон, видите, будет апельсиновый мед. Это вообще вкуснятина. Вы пробовали, когда который они вот из этого урожая делают мед? Цитрусовый мед, это вообще нечто, ребята. Вкуснятинка. Так же, как и гречичный, так же, как и разнотравье мед, так же, как и липовый мед. Вот. Красота.
Жить охота. Смотрите, вот виноград какой уже стал. Видите? Помните, какой он голый был? А сейчас смотрите, какой он. А вот еще сильнее. Весь будет зеленый. И виноград, грозди будут висеть везде. Вот это и есть жизнь. Всех вам благ. Держитесь, ребята. Все будет хорошо. Держитесь. И мы будем вспоминать эти дни как страшный сон. И все пройдет. Всех вам благ. Пока-пока.